только что познакомилась с фотомоделью Олеся. Олеся. Да, 13 лет опыта фотомодели, потому что фотографируйся, говорит, а я модель 13 лет опыта. Что ты здесь забыла в ПИЭМ вообще? Скажи, пожалуйста. Или что нашла? Наверное, правильно сказать. Нашла здоровье, нашла дружную команду, нашла бизнес великолепный, потому что, имея опыт в линейном бизнесе, теперь я понимаю всю прелесть сетевого. Ну вот всю прелесть, ну давай вот этот смак, расскажи, что, как зажечь, как дать людям этот шанс в жизни? Шанс нужно давать всем и всегда. Нужно правильно донести, уметь донести информацию. Почему? Потому что человек предполагает, знаете, у нас, мне кажется, в странах СНГ много искаженное представление о сетевом бизнесе. У всех ассоциаций лично у меня они были. Бабушки с клетчатыми сумками что-то где-то торгуют, продают. Но нет, наш сетевой – это Хорватия, наш сетевой – это мировые путешествия, это великолепные возможности, которые просто перед тобой открываются. А самое главное, что я люблю – тебе можно отдохнуть, расслабиться, улететь, а за тебя будет работать команда. Красотка, да. Научилась использовать концепцию приумножения усилий, когда усилия 100 человек по 1% приносят больше, чем 100% делать самому. Все, спасибо огромное тебе, хорошего тебе отдыха.